On the revolution and the victory, comrades and fans of LEGO, this is Comrade Atomy and Manic Miners. Ну что, ради высшего блага, ради победы добра, да, и только революция возможно, только революцией мы можем здесь разобраться и победить. Что у нас здесь за проблема? So what the problem we have here? We gathered almost all the crystals. Мы собрали почти все кристаллы. Now we need refill. The crystals. Теперь нужно просто перезарядить кристалл. And you see they are constantly attacking. И вы видите, постоянно атакуют нас. Okay, that we can also remove from the service. Так, наш вертолет тоже мы можем убрать из зоны обслуживания. Okay, that's constructed. Это построено now. What I want to do is actually to build this... I want to check whether this works. Я хочу посмотреть, будет ли это работать. Whether we can isolate those suckers. Можем ли мы изолировать вот этих сосунков? Because look at this pile. Ну, посмотрите на вот эту кучу. And look at this amount of vehicles. И посмотрите на эту кучу нашей техники. Where they go? Куда? Куда вы побежали? Where do you run? Куда вы бежите? Get back. Назад пошли. Okay, alert turn off. Выключаем тревогу. Returning back. Also, they are trying to go away. Они пытаются куда-то далеко убраться. Okay, so finish the construction. Завершаем производство. Okay, whether this works, это вообще работает? I don't see that this works. Я чуть не вижу, чтобы это работало. Like those appears, вот эти появляются или нет? Alert, тревога. Okay, we killed everybody. Мы всех убили. Now let's restore this task. Вот эту задачу восстанавливаем. Because that's all we need to do. Потому что это все, что нужно сделать. Okay. Where do they invade? Где они там торгаются? Okay, let's build those. Ну давайте-ка здесь вот эти. No, this removes. Это уничтожается. This one, вот эти. I don't see that this works at all. Why this is needed? Я вообще не вижу, чтобы вот эти заборы хоть как-то работали. Хоть как-то. They are doing nothing. Они ничего не делают. They are stopping nobody. Они никого вообще не останавливают. Okay, we don't need that amount of vehicles. Так, все, такое количество техники нам уже не нужно. Teleporting back. Возвращаемся назад. So that would be enough. Я думаю, вот этого количества будет достаточно. This is not working. And what's this? А что это у нас такое? And we cannot block that at all. Мы это никак не можем заблокировать. No one, никем. Okay, we've collected all the crystals. Ну все, вроде все кристаллы мы уже собрали. Yeah, we have three vehicles, three машины есть. This can also be teleported. Это тоже можно телепортировать отсюда. I tested everything, все проверил. You see, they are appearing and happening nothing. They do not receive any damage. Они даже урона никакого не получают. So that's just a waste of time. Это просто у нас какое-то время мы тратим, не пойми на что, на вот эти штуки. They're doing nothing, and why this is flying? А что это летает у нас? Okay, let's refill. Пусть перезарядятся. Okay, I can remove another transport. Можно еще один транспорт убрать, so that would be two enough. Двух будет достаточно. But actually, we are finishing the mission. Мы уже заканчиваем миссию. This is the crystal. Так, это у нас кристалл. Okay, okay, I will pick it up. Я его сейчас подберу. Oh, would he suck? Он будет сосать наш энергию? I guess, no, надеюсь, нет.
Look at this orb. Посмотрите на это количество руды. Look at this bulldozer. Вот этот бульдозер, смотрите. Типа кристалл забрал кристалл. Yeah. I guess they're gonna defend. Я надеюсь, они защитят. Those fences are doing nothing. Эти заборы вообще ничего не делают. And finally I understood that. Наконец-то я это понял. They do not defend against anybody. Вообще ни от кого не защищают. Ни от кого. That's the crystal. Это у нас кристалл. All the crystals collected. Все кристаллы собраны. Yeah, there is no crystals left. Никаких кристаллов не осталось. So we can finish up the mission. Можем заканчивать миссию. How many were I don't count. И даже сколько руды я уже не считаю. Everybody teleporting. Все телепортируются назад. Oh, that's... They lied about that this is mission so rare resources. Вы отлично справились с миссией. Yeah, 487. 487, да, 259 за одну миссию. That's the larger quantity. Это самое большое количество, которое было. 4,000 ore. И 4,000 руды. So, the final mission is ready. Финальная миссия у нас готова. Can we switch the modes? А можно ли... No, that's beat campaign to unlock this. Ага. Пройдите кампанию, чтобы открыть этот режим. That's the standard. That would be checked out after we completed the mission. Все, как мы пройдем миссию, мы попробуем, что это такое. So this is completed. Это завершены. Okay. Hot stuff not cleared. Горячее у нас не завершено. Дело. We have three more missions. Три миссии осталось. All the others completed. Все остальные вроде завершил. Yeah, looks like every other mission is complete. Да, все другие миссии завершены. No, I... Yeah. Why this is mission not active? А почему вот эти миссии недоступны? So there is like four missions. Там типа еще есть сколько-то миссий. Let's go here. Awesome. Просто крутость. У нас странные отчеты насчет атаков на штаб скальных рейдеров посредством монстров из лавы. Никто не пострадал, но оказывается, монстры полностью уничтожили энергоснабжение, которое соединяло здание. Мы должны восстановить электроэнергию и продолжить добычу ресурсов. Также есть какая-то дамба, которая сдерживает поток лавы реки. Ее пробили, и теперь она угрожает затопить лавой всю зону. Окей. So, teleport. Телепортируем. 1, 2, 3, 4. Так, есть 5 у нас. Окей, here we will supply. Так, вот здесь мы первое, что наперво сделаем, это... Здесь соединимся. Do we need the mining laser? А нужен ли добывающий лазер? That's also looks like pointless building. Тоже похоже, честно говоря, на бессмысленное здание. Still not constructed. Все еще не построено. Dig this. Вот это копаем. We need ore. Нам нужна руда. And what's the priority? В чем у нас приоритет сейчас? Where is mining? Где у нас добыча? Here we go. Вот так вот. Give me some ore. Немного руды. And restore the power. И восстановим электропитание. I don't know why we need the geological center. Вообще, зачем мне геологический центр? Это я тоже не пойму. Okay, we have at least some ore. Ну, хоть какая-то руда появляется. Take this. Вот это копаем.
Okay, now there is oxygen supply. Есть поступление электроэнергии, so I can teleport more crew. Можно еще экипаж телепортировать. And you know, just in case, и просто на всякий случай, everybody said, take the lasers. Берем лазеры. I don't want to restart everything. Не хочу заново все начинать, потому что я не ожидал, что монстры появятся. Big here. So, honestly speaking, if you are not the fan of LEGO, I don't recommend you to play this game. Знаете, вот честно говоря, если вы не являетесь фанатом LEGO, то как бы я не вижу смысла рекомендовать вам эту игру. Restoring the supply of our base. Восстанавливаем снабжение энергии нашей базы. That's ore. Это у нас руда здесь. Okay, let's cancel. Давайте-ка отменим. I want finally to see how the laser works. Хочу наконец-то посмотреть, как лазер работает. Can you get in? Можешь ли зайти? Let's set mining laser as priority. Шахтный лазер как приоритет. Okay, good, хорошо. Too far away, слишком далеко, or what? Или что? And what this building for? А для чего это вообще здание? I don't get it, я не понимаю. This is useless, оно вообще бесполезное. It is better to disassemble that. Его лучше разобрать. And build something more useful. Построить что-то более полезное. Like this, ну, например, вот этот переработчик руды. That's more useful. Вот это более полезная вещь. This laser also teleported out. Это тоже убираем отсюда. Pointless things. Вообще бессмысленные. There is so many pointless things in this game. В этой игре на самом деле много ненужных вещей. Like, let's start. Давайте-ка перечислим. So, those fences pointless. Вот эти заборы бесполезны. In the buildings, в зданиях. Docks only few times needed are generally pointless. Доки фактически только пару раз понадобились в специальных миссиях. В остальном они бесполезны. The geologic station is useless. Геологическая станция бесполезна. A laser useless. Лазер бесполезный. So there is three items. То есть у нас уже три предмета. And docks like, ну и доки типа тоже бесполезны, generally speaking. So four useless items. Четыре бесполезных вещи. Now about the vehicles. Теперь насчет техники. Laser, mobile laser useless. Лазер вот этот мобильный бесполезный. So that's five. Это пять бесполезных вещей. That scout is useless. Вот этот scout six, шесть бесполезный. Okay. And some of them can be removed. И несколько техники можно реально убрать, и ничего из этого не изменится, да. То есть, ну, как бы такая штука. So this is kind of that thing. Okay, we can upgrade that. Мы можем это улучшить. Может ли кто-то там сидеть? Okay. Upgrade, ну давайте-ка улучшим. And what this gives, и что это нам дает? What it can do? Что он может делать? I don't know. Я не знаю. Maybe somebody can explain. Может кто-то объяснит. I'm completing the game and I don't know what that's doing. А я заканчиваю игру и вообще без понятия. Для чего это? Что это? Что? Now we can rework the ore. Теперь руду можем перерабатывать. Это хорошо, конечно. That's good that we can do that. Actually, goodbye, пока. I don't need that geological center. Геоцентр вот это тоже ненужная штука. It is better to have some vehicles. Лучше технику какую-то получить, like this small digger, этот маленький копатель, and small transport, маленький транспорт. Hey you, чувачок. Drop that, бросаешь. Drop, бросаешь. And get here, сюда садишься. Dig what you can. Бури, что можешь.
Here we go. Now I need the upgrade station. Так, станция улучшения мне нужна. Okay, can I upgrade this? Могу ли улучшить это? Cannot upgrade. Ага, дальше не могу уже улучшать. Energy crystals, больше энергокристаллов. That's good, это хорошо. Why not to dig it? Чё бы не побурить здесь? How many crystals? А сколько нам кристаллов нужно добыть? 35 кристаллов. Okay, that's a big amount. Вот тут уже большое количество. And do we have enough resources? Если у нас достаточно ресурсов? I don't actually know. Вот этого я, кстати, совершенно не знаю. Good there is no monsters in those energy suckers. Хорошо, что здесь нет вот этих энергососунков, да, и монстров. That's a much more easier mission. То есть миссия значительно более простая будет. We need just time. Просто время как бы потребуется, и все. Окей, гада. Собираю пусть все. How good that goes. Так, как у нас все хорошо. The upgrade station soon be ready. Так, скоро улучшенная станция будет готова. Yeah, да. Crystals. I don't understand how the crystal systems works. Why we collected 6 but can use only 2. Вот я не совсем понимаю, почему кристаллы вот так показываются, что 2 кристалла мы можем использовать, даже если win objective. Для выполнения the powering vehicles that are you teleport заряд техники, которую мы используем, constructing build, строить эти здания, powering buildings, заряжать. All buildings consume one crystal as power continuously and will stop the effects such as producing oxygen if not power. Ага, то есть мы можем заряжать на длительное время здание при помощи кристаллов using lasers. Лазеры. But how they are reworked? Но как они перерабатываются? That what I don't understand. Вот что я не понимаю. Okay, now. Transport. Так, транспорт мне потребуется. And actually what we needed a larger transport. И вот что еще на самом деле нам бы потребовалось, это более большой транспорт. Вот here, сюда пошли. И копаем. Where is my vehicle? Где мой техника? Okay, upgrade. Улучшаем. Engine. Where is the driller? А где буритель? Where is my vehicle? Где машина? What happened? Is that destroyed? Что, его как-то уничтожило? I don't see the vehicle. Я не вижу нашу машину. Looks like it was destroyed. Да, похоже на то, что его так и уничтожили. Okay, now I can build a super teleport. Super teleport. Вот это нужная штука. That's needed stuff. Like turn. Да повернитесь же как-то. Серьезно. Why you cannot turn this side? Почему в эту сторону не можешь? Окей. Вот. Two active crystals, 2 активных кристалла. Cancel, отменяем. Больше руин всяких. My miner was destroyed. Блин, шахт. Терку просто уничтожен, все. Из explosives here. Давай взрывчатку сюда. Окей,
Only the golden block left. Остался только один золотой блок, который нужно доставить для завершения строительства. More energy crystals, больше энергии кристалла. One crystal, один кристалл остался. And we have out of crystals. У нас как-то кристаллы подзакончились. That can happen. Как такое может произойти? Дикаплан. Окей, upgrade, улучшаем. Окей, okay, I will build not this small driller. Я не большой, маленький буровик буду строить, а большой теперь. What's lacking? А что не хватает? Power, энергию требует. You have the problem with the electricity. У нас есть проблема с электричеством. So, turn that off. Это вообще отключаем. This is also вот этот docks, доки выключаем. We don't have the canteen. А, нам еще нужна эта самая столовка. Canteen is the most needed stuff here. Вот столовка — это самая нужная вещь, которая есть у нас. Майн добываем. Interestingly, how I lost my drill. Как я потерял свой бур? Вот это вопрос. And why I'm not receiving the energy? И почему я не получаю энергокристаллы? Будем здесь. That's supposed to be a lot of resources. Там должно быть много ресурсов. Oh, behind the lava. Ага, за лавой. By the lava is slowly coming to us. Лава быстро приближается к нам. I guess here is everything cleared. Это как у нас здесь уже все зачищено. No, not the all. Нет, не все. Also, вот так вот это тоже бурим. Use the explosives. Взрывчатку используем. Still no energy reworked and ready to be used. Все еще нету энергии, которая бы, блин, работала нормально. Теперь можно пожрать. More energy, больше энергии. That's good, это хорошо. But we cannot use them to build anything. Но мы не можем использовать эти кристаллы для того, чтобы что-либо сделать. That's kind of an issue. Есть такая вот проблема. Так. Where are they mining? Где они нас добывают? This is we mined everything we could. Тут мы вроде выкопали все, что можно. Let's use explosives. Давайте-ка взрывчаточку принесем. Oh, finally one crystal. Наконец-то хоть один кристалл. We're so low on crystals. Вообще кристаллов просто не хватает. If we had more crystals, we already created some vehicles. Если бы
Ватала кристаллов мы бы, конечно, уже получили неплохо ресурсов, да. This is nothing, это у нас ничего. Explosive, взрывчатку. Two crystals, два кристалла. One more crystal and we can have a the small miner. Еще один кристалл и маленький ну, шахтер мы сможем сделать. Okay, build a vehicle. Спускаем технику. Hey, here we go. Подожди. Куда все идут? Hey, you there. Ты чувачок? No, 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 no. Не-не-не-не-не. Get back here. Назад сюда пошел. Okay, now let's upgrade. Улучшаем. Drill. Бур. And engine. И двигатель. Окей, now he will work fine. Так, теперь будет нормально работать. Can he goes here? А может ли сюда пройти? Can only dig there. Там только покопать можно и все. Started digging all the corners, решил таки выкопать все углы. Interesting that that gave a lot of crystals. Много ли это кристаллов нам даст? Thirty-five crystals. Where we can get it? Где мы их можем взять вообще? This looks more like the level with the lack of resources. Вот это больше похоже на уровень с недостатком ресурсов. And I cannot go through there. А вот туда я никак не перейду. Maybe we can build here a laser. Может тут лазер построить или что такое? Yeah, I guess we will need a laser. Наверное, лазер потребуется. Or maybe mobile laser. Возможно, мобильный лазер построить. Four crystals, not enough. Кристаллов пока не хватает. Добываем здесь. Oh, yeah. Вот это можно выбурить. I need to check every corner. Вообще в каждый уголок приходится смотреть. That's all solid. Это все прочное. Вот еще уголки. Видите, вот вообще рядом с базой всегда. Goes up to the base. Attention. Внимание. 5-5. Okay, now I can have the laser. Так, теперь можно лазер. Телепортировать. Is this dude, это чувак? Take the mobile laser. Берешь маленький лазер. Okay, let's try to upgrade. Поедем сейчас, посмотрим, что можно улучшить. What we can upgrade here. Laser. Release to select. Что-то лазер улучшаем. Engines, движки. Let's go back, возвращаемся назад. I want to that corner. Я хочу проехать к тому углу. And to mine that with the laser. И through the lava. И через лаву лазером пробить. If that's possible, если это вообще возможно. I cannot pass through. Я уже проехать не могу. Really, серьезно? I cannot pass through. Я не могу здесь проехать.
Build here, please. Так, вот это, пожалуйста, ставьте мне здесь. All the territory would be overrun by lava. Так что вся территория вообще лавой будет забита. How to get 35 crystals там? А как тогда 35 кристаллов добыть? Okay, that's constructed. Это построено. Его сюда ставим. Get out of there. Уходим отсюда. We need to teleport some crew members here. Вот сюда пару членов экипажа, пожалуйста. More. Еще давайте. Can I build here this? Так, пожалуйста, мне здесь телепортатор построить. Ну вот так вот. That's the regular teleporter. Обычный телепортатор. We don't need that amount of crew here. Тут мне такое количество экипажа на самом-то деле и не надо. Так, назад. I need to teleport them here. Вот тут вот мне нужны. Remove, убираем. Будет ли это завершено? Now, remove, удаляем. And can I teleport a laser there? Могу ли лазер туда? Нет, окей, delete this, тогда тоже удаляем. That looks pointless, это вообще бессмысленно. Also removed. Это тоже лазер убираем. We need to do everything with hands. Все просто руками надо делать. Все просто руками. Back here, назад сюда. This one also. Так, это тоже телепортируем назад. We need here. А вот тут нужен экипаж. Build this. Вот это ставим. Where is the freaking explosives? Где взрывчаточку? Кто несет? Lava comes closer. Лава все ближе и ближе. And then we are not even really closer. Мы даже вообще ни капли не ближе к Эй, так, чувак, delete, уходим. Why not use explosives? Зачем взрывчатку не использовать? Delete, удалили, build new, новый ставим, here we go, вот сюда.
здесь там у нас новое место. Диггинг, копаем. Окей, that's maybe console, вот это лучше отменить. Let's go here, сюда идем. Эй, why nobody... Почему никто не... use the explosive. Взрывчатку используем. Use the explosive. Взрывчатку кладем. Why nobody uses explosive? А чё никто взрывчатку не... Это самое, не использует? Why? Почему? Okay, there was teammates, так эти члены команды оттуда выходят. Anybody, please use the explosives. Да кто? Кто-то, пожалуйста, используйте взрывчатку. А, we need to upgrade, да, нам же нужно улучшить. Upgrade, улучшили. Now they can. Вот теперь могут взрывчатку. Somebody would be destroyed, кого-то сейчас уничтожат. Окей. Okay. Base returned back, базу вернули назад. And vehicle, и транспорт уничтожили. Again, снова. We need the crystals, нам нужны кристаллы. Teleport here, вот тут телепортируемся. No, that don't need it, вот этот нам не нужен. Let's teleport this, давайте-ка вот это телепортируем отсюда. We have the super freaking teleport, у нас есть супер телепорт. This is upgraded, улучшено. And one more, и еще один уровень. Crystals over here. Тут кристаллы. Сюда пошли. Окей, can we go? О, так, можем ли двигаться? Jump. Прыгать. Can I jump? Могу ли я прыгнуть? No. Нет, не могу. Убираем его. Транспорт. Окей, okay, I need a teleporter. Так, мне нужен телепортатор. Окей, build it here. Вот тут вот ставим. And forward, ну и вперед! This is all, вот это что, все? This is all we can get, это все, типа, мы можем. And I cannot mine from this side. А с этой стороны-то я-то не могу бурить. Окей, source of energy crystals. Отлично, там есть источник энергокристалла. So, teleport is built. Телепорт построен. Everybody mine here. Все бурят здесь. Бросаем, drop test, бросаем. Drill, бури. Итак. Окей, okay, I get it here. Я сюда добрался. Now here we go. Так, пошли вот тут вот. And another
еще пробурим. Until that is taken by lava, пока лавой не забрали. Did we construct what we need? Мы уже построили то, что нужно, or no, или нет? Okay, crystals, да, вот кристаллы. Drop them there. Туда бросаем. Take two crystals. Два кристалла забрали. I don't know how to jump. Я не помню, как прыгать. Or can we jump? Можем ли мы прыгать? Okay, get. Нет, не можем. Okay, this is constructed. Построено ли у нас? Why this is not built? Почему это до сих пор не построено? Build priority. Строим. What's the real problems? А в чем проблема? Okay, do you have resources? Yes, yes. Yeah, now they have resources. Hey. What's wrong with you? Да что же не так с ними? Now to get this, вот это, I will do that by myself. Я сам своей рукой сейчас это все построю. Where is a... Okay, I get it, я понял. So, we need this. Нам нужна вот эта штука. Now that would be completed. Вот теперь они построят. Okay, minus crew, минус экипаж. This all, так это все уходит отсюда. Телепорт, парочку сюда. Окей, build that. Строим. Upgrade, улучшение. And now we have the vehicle. Так, теперь нужна технику. Нужно взять цел. Get here. Сюда пошел. Can you take that? Сможешь ли взять? Get here as fast as you can. Давайте-ка быстрее сюда. No, we don't need here. Сюда нам не нужно. Get here. Прыгаем здесь. Can we take? Можно ли взять? No, нет. Okay, so those crystals we cannot take. Эти кристаллы мы не можем взять. Only if we create the big helicopter. Только если большой вертолет мы создадим. No, that's not the proper place. Так, это не то, где нам нужно. Move here. Сюда поехал. Faster. Быстрее. No. Hello there. First person, так давай копать. Let's dig, копаем. Let's dig, dig, копаем. I cannot dig, я что, не могу копать? Get out of here. Уходим. I need a ore, мне нужна руда. That's desperately what I need here. Мне очень нужна здесь руда. Where is the ore? А где руда? That's the problem. Это проблема. Can you clean? Можешь ли зачистить? Build here. Здесь. No, he cannot clean. Не, не может зачистить. So, you. Берешь the shovel, лопату. Another. This, еще один вот этот. Эй, you. Сюда пошел. Get here. Сюда пошел. Do you have shovel? Так, ну надеюсь, лопата уже у него в руках. You know, так, знаешь что? Get here. Сюда пошел.
And we need to mine this. Нам вот эту надо бурить. Yes. Hey, you, get here. Сюда пошел. I don't know whether this sounds good or not. Не знаю, хорошо ли это звучит или нет. Okay, get out. Уходим из... Oh, I lost the crew. Потерял члены экипажа. No, and I lost the crystals. Я кристаллы потерял. No, no, do not do that. Нет, не, не чистишь. Build that, строим. And that we will resolve. И с этим мы сейчас решим вопрос. Okay, now teleport, телепортатор. Here we go, вот так вот. Can I build the better vehicle? Так, лучшую технику могу сделать? No, нет. I cannot upgrade this. Вот это я тоже не могу улучшить. Teleport here. Давай телепортируем сюда. Мокру больше экипажа. Все кристаллы собирают. And the gear. Ну и тут докапываемся. Okay, that needs to be deleted. Так, это пора удалять. Take all the crystals. Пусть все кристаллы собирают. That's the power plant. Это у нас электростанция. No, that's the upgrade station. Нет, это станция по улучшению. Of oxygen. Так, есть ограничение кислорода. Oh, finally, наконец-то I've made it. Я сделал it. Until the next episode. До следующего эпизода. Live long and prosper. Живем и процветаем.